Здравствуйте! С вами снова канал Вероника Поливкина. Весна – самое время посадить деревья. Купила саженцы абрикоса. Абрикос под Москвой – это здорово. У меня уже рос, поэтому точно знаю, что это возможно. Вкус моего абрикоса был невероятным, лучше южных. Но вот сорт не помню. Была одна проблема. Его напарник, а сажала я два дерева, не захотел расти. Вот он уже очень много лет пыжится, но вырасти не получается. И с опылением возникли проблемы. Цветение обильное, а плодов мало. Теперь купила сразу три. Естественно, при выборе первым делом смотрела на зимостойкость. Сейчас такое изобилие сортов, что выбрать, поверьте, есть из чего. Заказала по интернету, и вот они, мои саженцы. Не все проснулись, но посадить нужно как можно раньше. Чего их томить? Вот если бы листья уже распустились, а погода еще не установилась, то пришлось бы сажать в горшки и держать в непромерзаемом помещении. Итак, какие тонкости при посадке именно этого дерева нужно знать? Он не любит замокание почвы. Ему даже не так важно плодородие. Конечно, когда земля рыхлая и удобренная, кто же откажется? Но лишь бы не было застоя воды. Для абрикоса такие условия несовместимы с жизнью, поэтому его даже принято сажать не в ямку, а наоборот, делать холмик. У меня участок и так на холме, и место очень сухое, я могу позволить себе посадить в ямку. Вы же исходите из своих условий, но место на участке выбирайте все же повыше. Любит абрикос на наших северных участках места солнечные и безветренные. Вот южная сторона дома – просто рай. Здесь у меня все засажено цветами, но придется постесниться. Сейчас их трогать не буду, отсажу осенью. Для посадки нужно сделать ямку не меньше 50 на 50 и заполнить плодородной землей, чтобы обеспечить корни питанием на первые годы. Абрикос – культура косточковая, а значит любит калий. Так что при посадке золы жалеть не будем, она и структуру почвы улучшает. А структура почвы для абрикоса – это первое дело. Нет, не первое, а второе. Первое – все же сухость. Если участок глинистый, то добавляем торф и песок. А вот если вносить компост, то только очень-очень перепревший. Иначе со временем яма осядет и корневая шейка заглубится. А это третья проблема абрикоса. Корневая шейка всегда должна оставаться на поверхности, а лучше даже немного над ней. Погибает абрикос у нас под Москвой не от морозов, а от переувлажнения корневой шейки. Первым делом осматриваем корни. Если даже вы купили его в горшке, запомните, редко какой питомник выращивает деревья в горшках. Они выкопаны из грунта и посажены в горшок, а значит, могут быть проблемы. Ну а купленные вот в таком виде – это отдельная песня. Показываю. С первого взгляда видно, что корни здесь не росли, и в этот грунт их завернули. А теперь внимание, начинаем их распутывать. И что же видим? Они завернуты вокруг оси на 3 оборота. Разве может дерево нормально прижиться и расти с таким положением корней? Вот поэтому терпеливо их разматываем. Вот какие они пышные оказываются. Очень даже отличные. Где купила? А вот не скажу. А то опять скажете, что я кого-то рекламирую. Ну ладно, вредничать не буду. А когда получу все свои заказы, сделаю обзор питомников и интернет-магазинов, в которых делала покупки в этом году. За прошлый год я уже отчиталась. Вернемся к абрикосу. Ну вот эти кончики можно немного подрезать. Но не получится их посадить так, чтобы они смотрели вниз. А если они подвернутся, будет не очень здорово. Вот показываю на другом саженце. Когда его в младенчестве пересаживали, то не очень хорошо расправили. Видите, какой петлей завернут корень. Теперь не очень удобно будет его сажать. Еще нужно обрезать все поломанные части корней. И вот на что нужно обратить внимание. Иногда корень молоденького саженца уже начинает давать поросль. Здесь это хорошо видно. Поросль – наш враг. Она будет тянуть силы от родного корня. А нам нужно, чтобы развивалась привитая верхняя часть. Поэтому все эти росточки удаляем. Поднимаемся выше. Видим почки ниже прививки. Это будущие дикие ветки. Они нам нужны? Нет, конечно. Тоже удаляем. Теперь можно готовить к посадке.
Для моих сухих условий и хорошо возделанной почвы посадка проходит легко, так как песок, торф, компост носился сюда на протяжении многих лет и структура уже подходящая. Если у вас целина, то копайте большую яму и заполняйте ее смесью торфа, песка и садовой земли. А вот дальше начинается мой фирменный рецепт. Хорошо разложившегося компоста или перегноя у меня нет. Ну, все запасы уже закончились. Что делать? А что такое компост или перегной? Качественная органика для питания. Но ведь можно заменить ее, например, на сухой птичий помет. Можно, конечно. Но я вам обещала показать на практике, как я использую при посадке растений вот это удобрение для пересадки, о котором уже подробно рассказывала. Не буду повторяться, расхваливать, какое оно замечательное. Кому интересно, ссылка будет в конце ролика. Так вот, ключевое слово здесь «восстанавливает», а затем «стимулирует» развитие корней. Почему бы не замочить в этом составе перед посадкой? Спросите, зачем такие заморочки? Не проще ли просто полить саженец этим раствором? Да проще, конечно, но нам надо не проще, а лучше. По инструкции при посадке на один большой саженец нужно использовать примерно 1/3 800-граммовой пачки. Но саженцы у меня не такие уж большие. Можно разделить пачку на 5 частей, то есть 1/5 пачки на одно дерево. Эту 1/5 часть я развожу в ведре воды и даю настояться не менее 15 минут. Так удобрение наилучшим образом проявляет свои свойства. Почему в ведре воды? Но именно столько нужно для полива саженца, никак не меньше. Ставлю свой саженец в этот раствор и пусть себе восстанавливается и стимулируется. Вот как раз в это время можно подготовить яму. Держать в растворе долго нельзя. Когда мы замачиваем в любом растворе любое растение, надо помнить, что в воде корень не дышит. Я для себя ограничиваю время пребывания растений в растворах 4 часами, но уж 8 – это предел. Как раз замочить на ночь. Приступаем к посадке. У кого участок не очень сухой, ставим саженец на предварительно подготовленную землю и насыпаем сверху холмик. Так рекомендуют, но сама я так никогда не сажала. Условия другие. Поэтому ответственность за этот метод не несу. У меня ямка, заполненная нужным грунтом. Добавляла золу, торф и все перемешивала. Внутри ямки делаю горочку, чтобы можно было хорошо расправить все корни. И начинаю потихоньку засыпать землей, поливая каждый слой тем самым настоем, который сделала из своего укоренителя. Кстати, так как он состоит из органических компонентов, то забивает дырочки в лейке, поэтому наконечник лучше снять. Когда мы засыпаем корень землей послойно, она плотно будет прилегать, не образуя пустоты. Наше удобрение равномерно заполнит весь объем посадочной ямы и будет именно у корней. Вот посмотрите, что получается, если полить раствором сверху. Все частички осядут на поверхности. И когда их корни дождутся? А так у нас все на месте и сразу работает. Можно просто разбросать гранулы в ямку и смешать с землей. Но в жидком виде это удобрение наиболее эффективно. Можно половину дозы добавить в лунку, а половину растворить в воде и полить. Но сколько бы я вариантов ни предлагала, вы все равно сделаете по-своему, исходя из своих условий и возможностей. Почему я замачиваю не в опене или корневине? Здесь все в одном флаконе. Антистресс, восстановление, стимуляция и питание. Я делюсь лишь своим методом. Было бы интересно узнать и о ваших. Иногда получаешь такие толковые комментарии, что обязательно хочется попробовать. В принципе, так можно посадить любое дерево, если не учитывать специфику именно абрикоса. А это, повторю, сухое место, хорошая структура почвы, высокая посадка, то есть шейка приподнята, слабощелочная реакция почвы, но и общее для всех деревьев – обильный полив при посадке и обязательное мульчирование. При мульчировании важно не засыпать корневую шейку. Вот мой любимый кокосовый круг, уже видавший виды, но еще послужит. Думаете, все? Нет. Для абрикоса важна обрезка. Ее нужно делать сразу в первый же год, чтобы стимулировать развитие боковых веточек и ускорение плодоношения. Абрикос – дерево рослое, и если его ветки не укорачивать, то с годами урожай перенесется под небеса, а нижняя часть окажется голой. Я бы сразу обрезала на нужную высоту, но не все почки еще проснулись, и не видно, сколько развитых побегов мы будем иметь и в какие стороны они будут направлены. Поэтому придется подождать.
Про формирование абрикоса нужно говорить отдельно. Удобно, когда он сформирован в виде чаши. Но об этом потом. Наша ближайшая задача, чтобы он прижился. Удачи вам, всего доброго. С вами был канал Вероника Поливкина. До новых встреч!